А давайте-ка распилим. А вот теперь все по-честному. Друзья, здравствуйте! Приходя в магазин Фарнакс, вы часто спрашиваете, какую надежную чугунную банную печь купить. И сегодня мы вам расскажем о, пожалуй, самой массовой сибирской чугунной банной печи, печи «Сибирь» от компании НМК. Сергей, приветствую! Евгений, я рад вас приветствовать снова на нашей площадке завода НМК. В нашем новом литейном цехе. Почему печи НМК «Сибирь» так полюбились нашим покупателям? Печь банная в чугунном исполнении «Сибирь» не только массовая в своих продажах, но и по своей массе веса, толщине металла и так далее. Мы пройдем все этапы от начала производства и до конца. Также сделаем химанализ и покажем, из какого металла она производится. Друзья, посмотрим, будет очень интересно. Глядя на эти блоки, совершенно непонятно, о чем идет речь, хотя нет, это вот коллектор-дымосборник для банной печи «Сибирь». Технология всем известная, обкатанная, пенополистирол впенивается и с помощью красивых женских рук превращается уже в формы, которые будут заливаться с раскаленным сибирем. Но гораздо интереснее посмотреть уже на готовые формы. На данном этапе происходит сушка модели. И обращаю ваше внимание, каждая партия, она идет с маршрутной картой. То есть контроль качества идет с самого-самого раннего этапа. От начала того, что получилась форма из пенополистирола и до момента готового изделия. Но дальше идет интересный этап, когда форму соединяют и превращают ее практически уже в подобие готового изделия. Мы обязательно за кадром это с вами посмотрим. Но самое интересное нас ждет впереди. Конечно же, литейка. В производстве пенополистирольных моделей, помимо использования ручного труда, то есть ручные формы, которые мы видели ранее, мы с учетом того, что наше производство растет, мы используем автоматику. Автоматический формовочный аппарат. То есть на нем можно изготавливать еще и большие объемные детали? Конечно. И у нас их два. Основной материал банной печи – чугун. Марка какая, Сергей? Щ10. Просто? Все просто. Прежде чем партия идет в отливку по формам, она проходит химанализ. Только по окончании химанализа уже запускается партия в отливку. Мы сейчас не успели на эту партию, но мы можем взять готовое изделие, которое уже выйдет форма, и сделать химанализ, то есть убедиться в этом. Так, друзья мои, и я настаиваю, чтобы этим специальным человеком сегодня был я. Здесь у нас уже практически собранная топка, да? Это есть так называемый модельный куст. На данном этапе он устанавливается в опоку, засыпается специальным песком и запускается дальше по конвейеру. То есть, по сути, это бесконечный конвейер, который постоянно находится в работе. Но пусть это сделает специально обученный человек. Согласен. Это самое зрелищное во всем литейном цехе, это когда начинают отливать горячий металл ранее заготовленные заготовки. Это настолько завораживающе, что невозможно оторвать глаз, хотя нужно соблюдать технику безопасности. Чугун, принявший форму, вытряхивается из опоки, происходит фильтрация песка, то есть он уходит, и сюда вываливаются готовые изделия. То есть с той стороны мы поместили пенополистирольную форму, а здесь уже получили точно такую же отливку из чугуна. На данном этапе заготовки, которые вышли с отливки, помещаются в дробометную машину. Вот сейчас идет именно процесс, то есть загнали партию, происходит обрушивание раковин, шлака и так далее. И вот уже вышли готовые. То есть мы видим... Чистенькое, да? Любят топить НМК не только за чугун, но еще и за возможность использовать очень много камней. Да, абсолютно правильно. С этого года мы запустили банная печь «Сибирь» в чугунном исполнении в новой сетке. Сетка жесткая, и при наполнении любой фракции камня она не раздается, остается в своей форме. А есть тангенциркуль? Да, но я предлагаю все-таки померить не снаружи, а внутри.
А давайте-ка распилим. А вот теперь все по-честному. 8. Минимальная толщина печи 8 миллиметров. А в зоне ребер жесткости? Замерим. Ребра жесткости 15. Друзья, а вот этот кусочек я оставлю себе. И сейчас мы вместе с ним пойдем на химанализ. Вообще, по правилам, вот такие делают маленькие слитки, которые потом полируют и на этом полированном спиле делают забор пробы. Но так как у нас форма нестандартная, мы сейчас тоже заполируем и попробуем в анализатор спектра все-таки поместить. Сейчас мы этой поверхностью поместим ее на спектрометр, прижмем и совершим таинство. Итак, главные параметры – это углерод, кремний и марганец. И здесь, судя по тем значениям, которые мы получили, марка чугуна Ч10. Ну, эту штуку я заберу на память и оставлю ее в одном из магазинов Farnax, там, где очень хорошо продаются печи Сибирь от компании НМК. Сергей, что дальше? Дальше это рост, новые модели, заготовки, которые мы держим в руках, которые мы изготавливаем в своем новом цеху. Итак, друзья, мы будем вместе с вами следить за успехами компании НМК и, конечно же, ждем вас всех в гости в магазинах Farnax в городе Новосибирске и на сайте farnax.ru. Ну а Сергей, я благодарю за ответы на важные вопросы. До новых встреч. Спасибо, что приехали. Всего доброго. Пока.